страшно. Що там соблюдається? Ну, таке страшно, що там вже ці онлайн-стенди. Процвітають, ну, Дубай, ну, взагалі, що я сама там теж хотіла. З арабами, але розуміюсь. І що? Ну, а для мене це просто спеціально, ну, що там так страшно, що там було. Итак, мы начинаем. Мы начинаем вторую часть нашего сегодняшнего эксклюзива. На календаре мая 22 декабря. Финальное шоу турне Мадонны MDNA Tour. Итак, 798 год. Итак, Марина, ты мне рассказала, что этот год для тебя стал годом такого кулинарного прорыва, и здесь мы можем видеть эту кухню, на которой рождаются великие кулинарные шедевры. Пожалуйста. Да. Здесь мы можем видеть, в частности, вчера для своей... Сегодня. Для своей юной принцессы Алисы Василисы ты приготовила очередное сногсшибательное блюдо. И как ты его... Расскажи, пожалуйста. Немножко цукини, варите рис. Все это потом бросаете в блендер, перемалываете, получается пюре. Немножко говяжьих котлет. Ну, коктейли таких детских я добавляла. И здесь, то есть, а ты хочешь сказать, что здесь есть содержание мяса? Здесь без мяса. Я разбавляю мясо в Хорошо, но ты мне днем сказала, ты мне примерно честно сказала, рассказывая об этом блюде. Ты сказала, что ты приготовила для Клавы брокколи с рисом, и она плевалась. Ну да, было, что плевалась. Ну да, она как-то плохо заглатывалась, это рис слишком много туда добавлено. Она должна быть более жидкой консистенцией. То есть ты признаешь, что ты не всегда на высоте, как кулинар? Ну, конечно. Нет, я не получила ни одной мишленовской звезды. Это взрослое блюдо мне удалось. А индейка тут что-то Мы с тобой раньше говорили, еще что мы выяснили еще какой-то важный итог года. Я сейчас забыл. Про пансионат опять. А ты хотела рассказать чуть-чуть о пансионате, да? А что я говорила? Какие-то яркие наблюдения, как там всем кормят. А, как я там кормила Лена этих больных, что ли? Не, ну я хотела сказать, да. Сейчас это вот все меня мучит, когда ты пища попадает в их рты. Когда она там как-то там, они какие-то звуки издают такие, харкающие какие-то. Как будто у них там взрыв на макаронной фабрике. Когда они все это заглатывают, что-то в этом такое. Мне даже сегодня приснились с моей малышей из пансионата. Двое лежачих больных. Они сидели на каком-то концерте. Но причем один из них как-то выглядел даже моложе. И сидел так неплохо, держал спину, а другой как-то начал заваливаться во время концерта. Как будет ходить на нет. И? Ну, а потом как-то все так уже переместилось в другие места. Ну, все какие-то другие пространства. Когда твоя состоится следующая встреча с пансионатами? С обитателями пансионата Лепа? В январе. Мне даже была мысль, может, не зайти ли туда с первого. Конечно, мне кажется, это очень хорошая идея. Может быть, ты можешь принести хоть... Мандарины, пипер-кукас. Они, эти люди, к тебе, наверное, уже прикипели. Не знаю, насколько они вообще различаются. Может быть, никакой эпифании там и нет. А, то есть ты даже сказала, что ты не всегда... То есть мы говорили о твоем... Да, такое богоявление. Да. Не всегда я могу в самом образе таком возвышенном, прекрасном, который мог бы ассоциироваться с богоявлением. Если мы еще говорим о твоем проекте в пансионате Лепа, в первый день, как я понимаю, ты выносила утки. То есть Нет, утки я никакие не выносила. Ты убирала. Что ты... Я кормила, да, я убирала, мыла какие-то двери. Там что-то помогало, какую-то посуду, чашки мыла.
Должна была мыть зеркала, кормила, перестилала постели. Утки нет. А, я выносила только один горшок, который у меня чуть не вывернул. Да, это была не утка. Да, горшок. Причем там бабуля такая, у меня даже в комнате так не пахнет плохо, она такая довольно аккуратная. Сама там убирается. Горшок у меня вывернул на весь. И в следующий раз ты мыла лестницы какие-то. Полы, лестницы, даже туалет, это же так, вот так буквально зажимая нос. Мыла палаты, тоже перестилала там кому-то и только кормила. Но утки, вот эти все памперсы, это я пока еще не достигла той точки духовного просветления. И как ты мне сказала, ты даже дома не мыла. Так до блеска не наводила ваши паркеты. Я просто так интенсивно и долго, я никогда не занималась уборкой там в течение 3-4 или даже 6 часов. Без перерыва. Ну, с перерывом тоже. В первый день ты решила заявиться в пансионат не только в украшениях от Маржеллы, но и с плеером в ушах. Да, это была фото на Анну. Я думала, что никто не заметит. Какая музыка была выбрана как саундтрек? Не помню. Какой альбом под Шобойс? Может быть, последний. Элизиум, прекрасный альбом. То есть ты видишь уже параллели Лепа, пансионат и Элизиум? Фактически ой, да, Элизиум. Рай. Рай. Это райское место. Я в раю уже там побывала. Ты побывала в раю. В преддверии, да. Ну да, ну вообще, когда я там появилась, то мое появление было встречено с таким большим недоумением вот этой заведующей второго этажа, потому что когда я ей сказала, что у меня высшее образование, что я журналист, она так агрессивно, ты что, с ума сошла? Работать, идти сюда, работать с умирающими стариками, дома маленькие дети, она даже так кому-то другому, какой-то другой там сиделки, с ума сошла с высшим образованием. Я не стала свою декларировать истинную цель своего. А потом я сказала, ну, наверное, у тебя нет другого выхода. Я говорю, ну, вообще-то выход всегда найдется. На этом как-то наше дискурсивное общение было, можно сказать, не прерван. Ну да, как-то сошло на нет уже после этого. У тебя был контакт и с владельцем пансионата, небезызвестной Марикой Журавлёвой. Да, причем в первый день своего там визита я не опознала ее, она только там мне как-то так сказала, что, ну, там, Нотель, ну, как бы такой, как такой, одной из уборщиц. Да, так все безлично абсолютно, как будто бы, я не знаю, какая-то крепостная крестьянка. Только потом я уже сказала, что это был там Марик, и потом я даже сказала, что там наша знакомая Юрия Журавлёва, небезызвестная. Харизматического Юрия Журавлёва. Да. Контакт буквально. Ну, только у меня не было пока контакта с мужчиной моей мечты. Расскажи о нем, пожалуйста, пару слов. Кто такой мужчина твоей мечты? Я о нем ничего не знаю. У него там какие-то задатки такого, ну, такого персонажа, скажем, Бориса Михайлова. Он вполне мог бы украсить его фотографии такого, может быть, с, не знаю, алкаша или бомжа, скажем. Но он, у него какое-то перекошенное лицо с каким-то, может быть, каким-то самым. Такой он. Я почему-то, я сейчас видела, он тут ходит и собирает бычки, там дома, все мы поварили, где-то тут планирует. Я как-то разгадала, что если я встречаю, то день должен быть счастливым, что он несет мне удачу. А, и один раз, когда я гуляла с Славой, это, может, было летом или, да, не осенью, он вдруг вступил со мной в разговор и сказал, пассажир заснул. Ну, как так, пассажир заснул с этим вопросом. Ну, я что-то промямлила в ответ. И дальше как-то это общение было снова прервано. А сейчас просто я вижу, что он так активно довольно-таки выходит, и как-то мало находится в палате. Он где-то в основном в променадах. Когда ты поняла, что это мужчина твоей мечты? Ну, несколько месяцев этого я его встречала и видела. Ну как, он, конечно, в кавычках такой антимечты. Ну просто не знаю, почему я такого назвала. Я поняла, что я не знаю, какого мужчины моей мечты на самом деле. Я об этом даже говорила своему мужу.
Он говорит, ну не знаешь, типа я не пастор. Марина, большое спасибо. О, даже все и так и борются. О, она так славится, смотри, как она. Ой, как она змеится. Нет, тоже же, может, сильно не мечтать, поблизости скоро. Ты можешь сказать, ну, ты хочешь потанцевать перед камерой? Следующее наше интервью будет посвящено всем дивам, которым перевалило за 40, но которые до сих пор испытывают большой дефицит внимания. Ага, хорошо. Когда я вам состоюсь? Тогда, когда ты будешь готова. Я готова к экспромту. Хорошо, что ты можешь сказать вкратце об этих дивах? Ну, я могу сказать, что благодаря значительному уходу за собой многие из них значительно моложе, чем лет. И несмотря на дефицит мужского внимания, может быть, даже это как-то их сохраняет, и в таком коконе молодости они не стареют.